Комиссия по чрезвычайным ситуациям проверит торговые центры и объекты массового пребывания людей на предмет безопасности подвесных потолочных систем. Соответствующее поручение подписано Совмином. На местах рабочие группы уже приступили к обследованию. Местом проверки в областном центре сегодня стал торгово-развлекательный центр «Мандарин». В состав комиссии вошли представители управления архитектуры, капитального строительства Гомельского горосполкома, представители стройнадзора, МЧС, строительного треста и других заинтересованных ведомств. Уже с первых минут обследования выяснилось, что в потолочных системах имеются мелкие недочеты. Этот торговый центр – первый в области из 20 объектов массового пребывания людей, которые собирается осмотреть комиссия. На устранение всех предписаний владельцам будет дан один месяц. В связи с тем, что в городе Минске на объекте Арена-Сити произошел обрушение конструкции подвесного потолка, скажем так, было принято решение по обследованию аналогичных объектов на территории города Гомеля. По мере необходимости, конечно, по мере работы комиссии, может быть, будут дополнительные какие-то объекты появляться, которые мы тоже будем обследовать параллельно.